линейки для цвета лица. Понял? Ну, придумали. Имей в виду, Буянова, в 12 дверь на засов. Да мы раньше, мы в концерт идем. В концерт. Тоже москвич называется. А чё? Общежитие слушает. Этаж, здрасте. Какую Людмилу? Здесь Людмил много. Ах, вам Людмилочку! Сейчас, сейчас. Она, знаете, в ванную принимает. Минуточку. Свиридова! Люда! Скорей! К телефону! К телефону! Скорей! Люда, тебе! Вы слушаете? Минуточку. Она уже вытирается. Я сказала, что ты в ванной. Я слушаю. Кто, Вадик? Как же, помню, помню. Какое общежитие? А это у нас бабушка шутит. К нам вчера гости из Новосибирска приехали, так она нашу квартиру общежитием стала называть. Люд, ты знаешь, я... Да-да, прямо все в Москву лезут, будто она резиновая. Сегодня не могу, сегодня у папы день рождения. Завтра? Ну, хорошо, я сама позвоню вам завтра. А то я весь день в институте буду, ага. Ну, чао. Общежитие. Ну, откуда же я знала-то? Вы можете говорить просто hello. Как? Сейчас запишу. Ну, ты чего испугался-то? Это маска из клубники для цвета лица. Понял? Ну, придумали. Expresses surprise and frustration at their invention of face masks. Придумали. Имей в виду, Буянова, в 12 дверь на засов. Да мы раньше, мы в концерт идем. В концерт. Тоже москвич называется. А чё? Cultural meaning. Typically, residents of capital are considered educated people, unlike people living in villages. That's why it's strange that Muscovite speak Russian with mistakes. Incorrect. В концерт. Correct. На концерт. Общежитие слушает. Этаж, здрасте. Тетя, дядя. Used in front of the name and the referring to an adult. Тетя for a woman, дядя for a man, with whom there is a friendly relationship. Общежитие слушает. Этаж, здрасте. Какую Людмилу? Здесь Людмил много. Ах, вам Людмилочку! Сейчас, сейчас. Она, знаете, в ванную принимает. Минуточку. Свиридова! Люда! Скорей! Кого? Телефону! К телефону! Скорей! Люда, тебе! Людмила, Люда, Людочка. Different variations of the same name. Most of Russian names have several variations. Вы слушайте? Минуточку. Она уже вытирается. Я сказала, что ты в ванной. Я слушаю. Кто, Вадик? Как же, помню, помню. Какое общежитие? А это у нас бабушка шутит. К нам вчера гости из Новосибирска приехали, так она нашу квартиру общежитием стала называть. Люд, ты знаешь, я... Да-да, прямо все в Москву лезут, будто она резиновая. Будто она резиновая. Резина. Literally translated like rubber. The phrase refers that Moscow is as elastic as rubber, so we can host all new cameras no matter how much of them will come to Moscow. Сегодня не могу, сегодня у папы день рождения. Завтра? Ну, хорошо, я сама позвоню вам завтра. А то я весь день в институте буду, ага. Ну, чао. Общежитие. Ну, откуда же я знала-то? Вы можете говорить просто hello. Как? Сейчас запишу. Ну, ты чего испугался-то? Это маска из клубники для цвета лица. Понял? Ну, придумали. Имей в виду, Буянова,
В 12 дверь на засов. Да мы раньше, мы в концерт идем. В концерт. Тоже москвич называется. А чё? Общежитие слушает. Этаж, здрасте. Какую Людмилу? Здесь Людмил много. Ах, вам Людмилочку! Сейчас, сейчас. Она, знаете, в ванную принимает. Минуточку. Свиридова! Люда! Скорей! Кого? Телефону! Я. Телефону! Скорей! Люда, тебе! Вы слушаете? Минуточку. Она уже вытирается. Я сказала, что ты в ванной. Я слушаю. Кто, Вадик? Как же, помню, помню. Какое общежитие? А это у нас бабушка шутит. К нам вчера гости из Новосибирска приехали, так она наш квартиру общежитием стала называть. Люд, ты знаешь, я... Да-да, прямо все в Москву лезут, будто она резиновая. Сегодня не могу, сегодня у папы день рождения. Завтра? Ну, хорошо, я сама позвоню вам завтра. А то я весь день в институте буду, ага. Ну, чао. Общежитие. Ну, откуда же я знала-то? Вы можете говорить просто «хеллоу». Как? Сейчас запишу.